Получилось 4 шоколадные колбаски. Сейчас я готовлю завтрак и хочу уже на завтрак порезать с чаем, покушать колбаску. Поэтому 3 колбаски я положу просто в холодильничек, и они будут настаиваться не менее 2 часов. А одну маленькую колбаску я засуну вот на немножечко в морозильную камеру. Пусть она постоит немножечко, там схватится, и к чаечку, из чаечка мы уже сможем ее покушать. Всем доброе утречко, всем привет, мы будем завтракать. Я пожарила яичницу, вчера пекла блины, сейчас микроволновка зазвенела, погрелись остатки блинчиков со вчерашнего дня. А с пирожной картошкой я все время экспериментирую. Сегодня я печенье прямо в упаковочке решила измельчить. Иногда я это делаю с помощью блендера, иногда я это делаю с помощью скалки, в пакет все переваливаю печенье. А сегодня я подумала, а почему бы в самой пачке сразу их не измельчить? Так сэкономила время. А еще экспериментирую с какао. В прошлый раз, когда я готовила пирожной картошкой, я использовала какао так в коробочке. Золотой якорь, если я не ошибаюсь, называется. Зелененькая такая коробочка. Я ложила, по-моему, 5 ложечек чайных. Вообще, по рецепту положено 5 чайных ложечек положить. Я положила 5, но у меня получилась пирожная картошка светлого цвета. Сегодня я пробовала новый какао-порошок, и у него расход меньше. Я использовала всего 3 чайные ложечки. И цвет пирожного получился более насыщенный. Следующий день влога, понедельник, 11 мая. Мы сегодня уже посетили магазины, съездили немного продуктов, подкупили из необходимого. Варю яички. Хочу приготовить из слоеного теста пирог с луком, с яйцами. Тут у меня размораживается тесто. Бездрожжевое в магните взяли по акции 61,90. Взяли 2 упаковочки, потому что из одной упаковочки я сделаю пирог с луком, с яйцом. А из второй сделаю, как они называются, треугольнички, конвертики с фаршем. Заехали, купили яйца. Яйца уже разобрала, убрала в холодильник. А здесь купили молока. Летний лук заезжали. Я уже показывала, что молоко мы берем ультрапастеризованное. Пьем с кофе. И Тимофей у нас просто так его любит попить. Точнее, я пью с кофе. Игорек у меня пьет кофе без молока. Молоко берем и в пакетах ультрапастеризованное, и в коробках. Сегодня решили взять сразу коробочку, как это делали раньше. Раньше частенько мы в коробках брали. Сейчас уберу в холодильник, протру тряпочкой все коробочки. Решили сегодня полакомиться сладеньким. Взяли в Винни-Пухе торт Аладдин, это мы уже покушали. Взяли пироженки Бизе. Мы решили сегодня полакомиться сладеньким. Покушаем пироги, и на днях я, девчат, хочу отказаться от сладкого, только не решила еще в какой из дней, решила отказаться от сладкого на 21 день. Есть такие марафоны, наверное, вы уже встречали в интернете, где отказываются на 21 день от сладкого. Вот как раз я хочу попробовать, каково это. Потому что сладеньким мы, конечно, любим полакомиться. Хорошо, умничка. Сладеньким мы любим полакомиться. Поэтому хочется попробовать своему организму дать небольшое испытание. Почитала информацию. Мучное нельзя, макароны нельзя. Сладкое нельзя, сахар. Получается, конфеты, булочки, торты, пирожные. Хорошо, осторожно, доченька. Вот, я хочу попробовать, так сказать, немножечко своему организму дать очиститься, что ли, можно сказать так. Ну, если есть желание, нужно пробовать. И буду обязательно делиться с вами, каково это без сладкого. Хотя, может быть, у меня есть такие девчата в подписчиках, которые пробовали отказываться от сладкого. Расскажите, поделитесь своим чувством, что вы испытывали, каково это, не есть сладкое, мучное, булочки, пироги. Расскажите, пожалуйста, мне интересно почитать. А может быть, кто-то и со мной захочет поучаствовать и попробовать себя пробыть 3 недели, получается, без сладкого. Так что давайте, дерзайте, пошлите.
А еще Тимоха у нас очень-очень просто оброс. Он уже, у него волос уже и не расчесывается, и он лохматый у нас уже сколько ходит. Пока самоизоляция, пока карантин, я не торопилась Тимоху нашего записывать в парикмахерскую. Но сегодня мы просто уже все решили, надо записаться, сходить. Мы записались на 16:30, скоро нам уже идти, пойду его отведу. И оставлю там, он пострижется, потом придет домой. Вот, наконец-то у нас сегодня Тимоха будет постриженный. Красивой-красивой стрижечкой. Звонили записываться в парикмахерскую. Администратор сказала обязательно быть в маске. Отвела Тимофея в парикмахерскую. На улице похолодало, то у нас прям лето пришло на днях. 9 мая у нас 28 градусов было на улице. Плюс 28. Прям настоящее лето. Сегодня у меня аж нос замерз и красный. У нас тут под окном цветет сирень. И прохладненько. Единственное, запах, конечно, запах после дождя и во время дождика на улице. А, вкусно пахнет. Тимох пришел с парикмахерской. Совсем другой вид прям. Дай посмотри, Снок. Подожди, слишком близко, Снок. Хочу посмотреть. А здесь? Нет, нет, здесь. А тут не надо было покороче? Ну все, вся выпечка готова, можно кушать. Домашняя работа. Купила эту книгу где-то с год назад. Как-то начинала ее читать, но прочитав несколько страниц, что-то потом... Я ее больше не читала, хотя она очень-очень интересная. А вчера было у меня время перед сном, и я думаю, возьму-ка я книжечку, почитаю. До сна я сколько успела, прочитала. Часть вторую начала читать. И уснула. Но книжка очень хорошая, интересненькая. У нас с завтрашнего дня открываются стоматологические поликлиники государственные. До закрытия всех стоматологических поликлиник я пломбировала зуб временной пломбой. Я, по-моему, рассказывала во влогах. У меня временная пломба на зубе стоит, поэтому мне срочно ее нужно вытащить и залечить мой зуб. Я сегодня успела записаться в стоматологию. Завтра пойду к стоматологу лечить свой зуб. Что-то я за сегодня уже устала, хочется спатеньким. Ну а с вами, мои дорогие, буду прощаться. Спасибо, что посмотрели это видео. Будьте здоровы, всем удачи и хорошего настроения. Всем пока!